Продолжение комедийного сериала «Крыша мира» от телеканала СТС ждут многие наши подписчики. Среди них есть много зрителей, которым будет интересно узнать, когда выйдет продолжение данного сериала. Премьера проекта состоялась в марте 2016 года. После того, как шоу показало хорошие зрительские рейтинги, создатели выпустили продолжение в середине марта 2017 года. Комедийный сериал от компании Yellow Black and White и режиссера Романа Фокина имеет неплохие шансы на продолжение, хотя второй сезон некоторые зрители называют существенно слабее первого. Один из исполнителей главной роли – актер Илья Глинников, известен зрителям по таким сериалам и проектам, как «Интерны» и телешоу «Холодильник». А вот актриса Ирина Старшенбаум снялась в фантастическом блокбастере «Притяжение». Актер Николай Казак засветился в сериалах «София» и «Перевозчик». В случае продления сериала «Крыша мира» на третий сезон дата выхода 41 серии будет не ранее весны 2018 года. Так что следите за нашими обновлениями и узнайте о дальнейшей судьбе любимого сериала. Подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи. Пока.